почему на корабле дырки? Вот это типа затонул. Не заброшенный, типа затонул этот корабль. Ну шо, засыпали это добро, так сказать, установили. Здравствуйте! Всю эту красоту, здравствуйте. Все установили! Наконец-то. Все установили, да? Ты рад? Ты рад! Сейчас будем наливать водичку. Сейчас будем наливать туда вот такую вот водичку. Чтобы все было красиво. Правда, а белые камни, они все, это самое, там вот на дне. Да, мы их решили пока не доставать. Они потом, возможно, со временем рыбы их выколупают. Я сейчас вот эту выколупают, рыбину выловлю. Так, у нас тут обогреватель, здесь аэрация, здесь фильтр. Рыбу выловил на сачок. Да, да, да. Сейчас пока без рыб, пока запускаем так чисто, технически, так сказать. Будет, но научать. У ребенка включились радости. Это самое главное. Кстати, это выглядит, как будто вода запотела. Пошла жара. Пошла жара. Буйки. Прямо с пушки буйки. С какой? С пушки прямо, кажется. Вышло. С пушки? Попало, получилось так. С пушки? Да. Да. Ого. Уже запустили. А как ты так сделал? Случайно. Сделал так, что прямо с пушки там бульки херачат. А. Хватит матюкаться! В смысле? Кто матюкается? Ты только матюкается. Что сказал? Слово херачат! Это плохое слово! Прости, сынок, ты прав. А, детки учат взрослых. Блин, ну класс. А так. Для чего вот эти вот белые полоски на фильтре? Это не фильтр, это этот самый нагреватель. Он типа нагревает воду. Тут, конечно, сейчас все это самое должно отойти, устаканиться, то все. Долить чуть-чуть воды и включить подсветочку. А давай вот сейчас врубим подсветочку. Сейчас врубим, надо дай воду долить. Счастлив. Ты так хотел, ты так мечтал. Угу. Там вон пузыри фигачат. Тебя на фоне. Красота. Ну что, прошло 2 недели уже. А, вот такая композиция получилась. Уже, как видно, начинает пачкаться даже вот камень. Я еще не чистил, но, наверное, завтра этим займусь. Вот такая вышла композиция. У нас тут комбинация, так сказать, живые и неживые водоросли. Вон там живое растение, здесь пластмасса. Вот эта пластмасса красивая. Не купил звездочку, куплю. Забыл. Так, вот живое растение и обычное. И здесь типа корабль. Мы сделали вот такую композицию с грунтом. А здесь вот такая вот штука, пирамиды. На египетский манер. Мне очень понравилось оно. Долго выбирали, искали, так что было прикольно. Вот нашли такую керамическую штуку. И здесь, смотрите, как забавно получилось этот самый воздух. Аэрация прямо из пушки. Это вышло вообще случайно. Типа пушка с сокровищами. И там, видно, вон шлангочку закопали. Ее, получается, в этот самый грунт. Вот так вот оно работает. Прикольно. Получилось так. И первые питомцы. Поскольку прошло уже пару недель, мы купили рыбок эти, сомики, мне сказали, ну, типа из семейства сомиков, хотя они выглядят вот как-то так, цветастенькие там, прикольные, которые будут по дну плавать и питаться всем, что там осыпается, плюс еще 2 растения взял, и сейчас надо разобраться, как их туда поселить, здесь целая инструкция, как это делать, оказывается, я думал, что залил себе, ты залил, а нифига, тут пошагово, что чего делать, сейчас будем смотреть, читать, разбираться и запускать эту красоту. Кстати, прикольный эффект. Я обратил внимание, здесь вот как зеркало, кажется, да, по стенкам. Хотя по факту никакого зеркала там нет. Вот, как-то так все выглядит. Тоже как зеркало с этой стороны. Даже руку не видно. Такие вот дела. Хотя с этой стороны, опять же, вон моя рука. Короче, аквариум-пушка. Мы прямо наслаждаемся. Здесь такая чил-зона вышла. Включаем на ночь, каждый вечер. Аквариум плюс этот самый камин. Выглядит красиво. Представляешь? Что? Я не замечала того, что оно там такое, как зеркало.
Я вчера это увидел, тоже такой смотрю, как зеркало реально, вот отсюда даже видно, как продолжение. Да, прикольно, необычный такой эффект, вот, тупо зеркало. Алина говорит, тоже не замечала. Пап, что это за растение? Такое растение, смотри, какое прикольное. Красивое, да? Несколько раз. Ну что, мы будем сегодня высыпать рыбы? Рыбки осваиваются. Вот так запихнули туда пакет, вон, судя по этой инструкции. Сейчас они тут поплавают 10 минут, потом мы нальем немножко воды. Подождем 10 минут, потом нальем еще воды. Подождем еще 10 минут. И только потом... А 10 минут это сколько минут? Можно будет уже их туда... Недолго. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Да. Ну хорошо. Короче, я разобрался. Оказывается, нужно вот так погружать пакет с водой прямо в аквариум, для того, чтобы уравнялась температура, чтобы рыбки поменьше стрессовали. И потом по чуть-чуть, в идеале капельницей. Как говорят на YouTube, ну можно и рюмкой, это любую, давай. Лазить не хочешь. Давай. Оп. Что-то всегда думал, что... Все поныкались. Все поныкались? На улитке. Что-то шевелится. Вот это особенно. Да, она такая бодренькая. Бодрячком такая подружка. Ну все, свет пока им не включаем, а вот завтра уже включим и посмотрим. Помнишь, как она вот так стояла? Это высунула свои эти. А это вот пошла куда-то. Мама говорит, кому купили аквариум? Нам или ребенку? А? Ребенок? Ребятеныш, аквариум. Ты доволен, что у тебя аквариум? Нет. Мы с папой ходим кайфуем. Она что, не видит, что там купить? Видит. Вон она с той стороны по стенке идет. Вон. Итак, прошло уже... больше недели, наверное, недели две, как у нас эти рыбки живут. И я сказал в этом видео, то, что это из семейства сомиков. Нифига. Эти рыбки называются Данио. Мы их взяли 10 штук, они у нас отлично прижились. Также взяли две улитки. Вон одна, как всегда, где-то там наверху. Вторая где-то... А, вот вторая. Вот эта вот супер гиперактивная. Причем очень забавно. Буквально на третий день улитки начали, ну, заниматься, чем занимаются. В общем, видимо, им все понравилось в аквариуме, то что они отлично прижились, рыбки тоже. Я на самом деле еще хочу купить пару сомиков, чтобы они по дну плавали, именно сомиков. А также, как я говорил, хотелось неончиков. Но пока что решили не покупать их, оставим на зиму, по крайней мере, вот этот вот десяток. Разве что нет, сомиков куплю, неонок пока брать не буду, потому что у нас начали вырубать свет. Двое суток не было электричества, и, соответственно, аквариум работает там сильно мало в плане аэрации, фильтрации. Естественно, будет много рыбок, и, может быть, будет тяжело. Не знаю вообще, как это будет, поэтому оставим пока вот как есть. 10 рыбок, ну еще, ладно, 3 сомика плюс в коллекцию, как говорится, больше пока не будем покупать. Но, тем не менее, очень классные рыбки, неприхотливые, беспроблемные, красивые, яркие. Они уже отожрались, такие пузатенькие стали. Кайфую тут, и аквариум вышел просто пушечный. А вот эта улитка, я вам говорю, я никогда в жизни не мог предположить, что улитка может быть настолько активной. Она может за, не знаю, меньше чем за 5 минут просто вокруг аквариума прогребсти, сделать, ну, полный оборот вокруг аквариума. Причем она даже прыгает сверху и прям как проплывает там, короче, творит дичь по полной программе. Очень классная, мне она безумно нравится. И такая жирная. Вторая, повторюсь, поспокойнее. Вот. Ну и в итоге как-то так вышло. Можете оценить, написать в комментах, как вам наш аквариум. Можете написать свои мысли, чего здесь не хватает. Возможно, у нас здесь 4 вида растений. Не знаю, как называются, если честно. Вот такое растение. Вот такое растение. Посредине там не очень видно есть. И вот такие кувшинки. Ну, я их так называю, я не знаю, как они называются, повторюсь, но очень красивые. Я прям ловлю удовольствие. Люблю позалипать в этот аквариум, меня это успокаивает. А здесь вообще такая себе чил-зона, повторюсь. Включаем так камин.
Выключаем освещение. Кстати, аквариум умеет работать в разных режимах. Я это не показывал. То есть здесь можно, здесь у меня переключатель. И можно сделать вот это обычный day-mod. Это типа сбогойный, чтобы они кушали, так сказать. И есть вот такой ночничок. Я так подозреваю, что он с ультрафиолетом, плюс типа обрабатывает там все. Ненадолго тоже включаем по вечерам. Красиво, плюс оно без освещения все выглядит, то есть можно вот выключить все, ну как-то так. А здесь есть... контрастненько вот получается. Смотри, как прикольно. Что? А, Алина еще. Вчера же света не было, да я уже сделала. У нас света двое суток не было, то мы вот как-то так. Вот такая чилзона, ребят, что скажете. Здесь можно кинуть кости на софу, я откидываю этот боковушечку, так сказать. Просто лежишь, сюда ноутбук можно поставить. Смотришь ноутбучик и наслаждаешься вот такой вот красотой. Прекрасно же. Просто обалдеть. Инь-янь, да, прям. Круто. Мы безумно довольны нашим аквариумом. Вот то, что получилось, по-моему, это весьма здорово. Красиво. Особо больше ничего добавлять не хотим. Вон там звезду еще добавили, опять же, со временем. Так смотрели, еще всякие там побрякушки можно было бы подбавить. Но, в принципе... всего тут достаточно. Водоросли потом со временем немножко подразрастутся. Я хочу сзади их, чтобы было побольше, чтобы эту трубку не было видно. Как-то вот неудачно ее разместил, честно говоря. Надо было ее сбоку разместить. Плюс пластмассовые водоросли я потом уберу нафиг. И хочу докупить сюда, ну, больше живых. Потому что прикольно. Здесь градусник расположился. Как-то так, друзья. Вот такой получился аквариум. Еще раз пишите в комментах. Как вам эта красота? Так, у нас тут такое дело. Мы тут ждем, улетят. Они, оказывается, разнополые, там полярии. И у нас мальчик и девочка. А ты как понял? Посмотри на ютубе видео. Видимо, вот этот большой, это таки мальчик. И активный. Короче, активный пацан, это такая реактивная, чтобы вы понимали, это самая улитка. Смотрите, что творит, а? Просто бешеная. Альфа-самец, реально. Он там ее тягает, блин. Так он вообще сумасшедший. Он реально за, не знаю, 5 минут даже быстрее. За пару минут, мне кажется. Может, вокруг аквариума про это сам. Что происходит? Улитки размножаются. Вот так это выглядит, друзья. А то мы очканули, думали, что они жрут друг друга. Потому что вот эта девочка... она полдня вообще не шевелилась. Просто не шевелилась. А этот нажрался сегодня, кинул таблетку корма. И посмотри, что происходит. Доминирует и властвует. Такая вот петрушка. Быстро они, на третий день. На третий день, да. Кукин-квакин. Начался. Теперь вы видели... как это происходит на у улиток. Да. Познавательный канал. В мире животных. Вообще очень залипательное зрелище, если честно, аквариум. Я в него бывает подхожу. Да. Я бывает подхожу и просто туплю тут, ну, не знаю, минут 15. Вообще за всеми жителями аквариума интересно наблюдать. Ничего такого вроде бы. А оно реально кайфово. Ну это вообще что-то с чем. Вот так вот. И рыбы все собрались, где улитки. Обрати внимание. Шоу происходит, да, у них там? А, так они будут у нас слишком быстро. Беременность улитки обычно длится около 2 недель. А, серьезно?